дверь. Все будет хорошо. Ничего не бойся. Ну, Саша, ты его видел? Не знаю. Видел только, что десяток тварей в его сторону рвануло. Мы должны найти его. Как? Их там сотни, а у нас ни оружия, ни телефонов. Я не брошу его. Кать, не тупи. Кругом ад. Мертвые жрут живых. Забудь уже о Саше. Больше никого не осталось, сейчас только ты и я. Помнишь 9 класс? Когда я из дома бежал. Точно. Дождь лил. Мы в беседке прятались. Промокли все до нитки. Думали, как своим родителям отомстить. Ты даже за ядом в аптеку собирался. А потом пришла бабушка и всех разогнала. Давайте скорее, пока эти твари не набежали. Саша! Это слишком опасно. Ты уверена, что он не заражен? Что? Ты же Саш, живой! Прости, прости, Катя, я не могу. Ты охренел? Я что, не знаю, чего ты хочешь, а? Никто меня не кусал! Дверь открой! Открывай! Катя, да он к тебе в трусы лезет! Саш, а давай не будем про трусы! Ты как сбежал? Да как, как? Как он кверху? Страшно. Я с тобой, Кать. Петрова! Дверь открой! Знаешь, есть тут водка.